хочу показать очередные часы, которые пришли с AliExpress. В таком цвете. Металлический браслет. Так, застегивается. Китайская марка, не знаю, как читается правильно. Имею 2 циферблата, оба циферблата функционируют. Также есть календарик на часах. Крутится, вертится. Часы кварцевые. На каждый циферблат приходится по одной батарейке. Вот эти два циферблата, верхний и нижний, для красоты. Они не функционируют так же, как и вот эти кнопки по бокам. Нажимается, но ничего не происходит. Часы похожи на очень известную фирму. Дизель. Диаметр циферблата 5 сантиметров. Продавец указал, что это водонепроницаемые часы, но нырять с ними я бы не пошел. Единственное, может быть, руки помыть где-то. Или дождь, если попадет, то я им думаю, ничего не будет. Так вот они выглядят на руке. Для любителей больших часов. Очень стильненько. Стекло минеральное. Как описывает продавец данных часов. Главное, смотрится очень стильно, симпатично. Изначально браслет был очень-очень длинным, пришлось укорачивать. Но в данных часах на браслете легко устраняются лишние звенья. Не так, как на некоторых, которые у меня есть в предыдущем видео.
На этих гораздо все проще. Кто знает, разберется. Ссылку на товар оставлю в описании под видео. Кому интересно, задавайте вопросы. Всем пока!